Всем доброе утро. Не могу заставить вот этого человека идти работать. Марик, поехали. Поехали. Ну что, какой раз не говоришь? Поехали, поехали. Я уже сижу в машине, жду. Но он тебя никак. Кстати, праздник у мусульман. Поэтому сегодня как бы выходной. Не работаем. Но мы работаем, потому что нам нужно сделать свою работу. Сейчас я вам покажу, какую. Марик будет работать, а я буду снимать видео. Да? Ты покажешь, нет, как надо работать? Нет. Покажет, покажет. Секрет первый. Так что, поехали в туннель. Сегодня тут глухо, пусто, никого нету. Кто это приехал? А, это детишки. Вот он пошел. Вот. Едем, покажу вам, что у нас тут получается. Какая работа. Уже заканчиваем стройку. Да, Марик? Никого нет. Тут вот мост уже. Поедем через Равиду. Через город поедем. Посмотрите, вот такой мост получился уже. Вот он работает уже, видите? А когда-то не работал, год назад. Уже все обложили камнем этим. Вот, видите, тут еще до конца не доложили. Иерусалимский камень. Стенки, ну что-то он тут некрасивый какой-то. Стенки, 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 эта дорога будет идти. Тут тоже будет все вот это обкладывать камнем. Тут у нас готовят площадку, видите, въезд в туннель будет идти. А там есть люди, Марик. Да, да. Наверху есть? Наверху не, нету. Там же турки работают, нет. А на проходной есть люди. Машины стоят. Вот такая площадка, видите, уже сделалась. А тут раньше будка стояла, та, которая уже там стоит. Тут будет собирать торнит. В общем, все поменялось. Вот торнит этот, его чистят, видишь? Да. Сторону почистили, и она опять какая ржавая. Или что это такое, видишь? Вот эту часть чистили. Я видела, как этот чистил вместе с... Виталик с Костей. А вот машины турецкие, да? Да, это турецкие. Кошмар. Они что, работают? Не понял. Сейчас посмотрим. Что-то работает, представляете? Мы думали, никто не работает. Там что-то непонятное работает. Чайник, кофе, стаканчики. Холодильник. Все цивильненько. Как-то странно. Короче, мы с Мариком уже были в туннеле, но я не снимала, нам некогда было. Работы была куча. Вот, и что вам хочу сказать, мы едем в другое место работать. Точнее, не работать, а просто проверить, что там работает. Вот видите, как выкладывают с этим камнем? Как это выглядит? А тут плиты, видите, большие? А тут уже поодиночно были камушки. По одному выкладывали, а там были плиты квадратные. Ой, ты легко уехал. А, у Магов съездил, наверное. Кто? Да, этот Атишин. Я шла в туалет, он уехал. Сюда приехал, посмотрел и уехал обратно. Это тоже вся наша дорога. Я не знаю, она туда пойдет тоже, к Суперсаль. Тут, видите, все перерыто, все зарыто. Но тут я не касаюсь сюда этого строительства. Поэтому ничего сказать не могу. Слава богу. Вот видите, тут тоже вручную все складывают, хаотично. Вот так вот отстраивают эти стенки. И тут стенка, возле нее еще одна стенка. В общем, как-то так. Сложно объяснить, что это будет. Да, Марик? Видишь, как колодец обкладывают? Где колодец? Вот. А то старый. Ты же видишь, что эта стенка старая, а вот эта стенка новая. Вот тавниты тут стоят. А вот стенка старая. Зачем так? То ли она рушится, то ли еще укрепляют. Стенка на стенке, короче. Тут остановка была когда-то. Совсем недавно. Сколько уже, как? Полгода, да, наверное, зимы, как закрыли эту дорогу. Я помню, мы тут ехали, тут везде клумба была, ее тоже выкорчевали все.
все этот убрали. Тут была посередине дороги клумба. Вот такая, как вот здесь вот эти деревья, туи. Если найти мои ранние видео, то можно увидеть вот такую полосу клумб. Ладно, едем на больницу, там, где рухнуло. Вот мы приехали на место. Вот это больница. Вон там сзади меня. Вон там яма ограждена. Я упала. В общем, у нас тут такой коллега дебильный есть. Вообще, я таких еще не видела. Еще, да, не знаю, вообще. Первый раз встречаемся, ну ничего. GPS-ом выносит. Если бы я так GPS-ом скважины выносила по 200 штук, я бы так 3 дня в барьере сидела бы. Одну точку выносит 5 минут. Бурят вниз скважины, потом берут пробы какие и смотрят, что там внизу. Я не хочу туда подходить, потому что там непонятно, то ли вода, то ли масло, все капает. Так что вот сейчас они будут вытаскивать трубу. Блин, так жарко, мне кажется, я иду. Это, и у меня подошва липнет к асфальту. Нет, тут не липнет. Тебе не кажется так? Тут не липнет. Либо у меня подошва становится. Ну, на эту жвачку ты наступила. Нет, ничего нету, я посмотрела. Куда в баню? А где этот придурочный? А, он еще стоит там. Люди отдыхают. Ничего страшного нет в этом. Он там еще стоит. Трындец, одну точку выносить. Он уже ж нарисовал. Я сейчас скажу, звони этому. Не Нивке и спрашивай. А пятая точка падает вот там, внутри. За забором, да. Может быть, мы видео не дал, может быть, она нет. Не, вряд ли нету. Написали 5 точек. Зачем они туда 5 точек вынесли? Видео, наверное, на компьютер. Ну, Витя просто, что выделено, то и этот. Да ну? Такой мопед. Веломопед. С аккумулятором. Сел и поехал. Крути педали. Ля-ля. О, все, он тронулся. Сейчас пойдет туда. В ту сторону. О, какой лежит мужчинка. Он не в ту сторону пошел. Он что, не умеет этот? Ориентироваться в пространстве. Он теперь поставит, набрать рычаг. Ну. 20 метров туда, 30 метров туда. А он туда внутрь. А, он все-таки вел ту точку. Понял? Да. Внутри. А где ты машину поставил? Там место я здание. Открыл у вас забор? Не открыли забор, я туда заехал. Ну правильно. Я сейчас буду объезжать. Я не знаю, что там за ворота. Тут ворота платные могут быть, понимаешь? Не знаю даже, как они сюда заезжают. Ну не может так просто заезжать на территорию больницы. Больницы, ну да. Это стоянка. Что там письмо? На английском. Платильная станция там. Оплачивать. Вон банкомат оплачивать. Да. А это тоже оплачивать? Ну, наверное. Ну да, там написано, что вон платить, там, вон, и вон я вижу аппарат. Мать, что ты сыришь? Вот мусорка, вот. Давай. Все, я ушел, я не могу. Давай еще и те соберешь сейчас. Марик, собирай. У меня сердце, живот заболел, сердце заболело, я не могу. Что я не могу? А ты вообще заебал. Че ты матюкаешься? Я тебя трогала? Ай, блин. Радикулит схватил. Аж этот шелохнулся. На видео посмотришь, как он отреагировал. На моё. Как ты крикнул, а этот ваш подпрыгнул. Носочки. Носочки.
Это обычные следы. Тебе не нравится, что ли? Он что, похоже? Ну да, это в кроссовке. Да, ну в кроссовке, чтобы ты не голой ногой был, и чтобы ничего не торчало, ну, носков не торчало, чтобы не было видно вот так вот носки. Специально одевают короткие следочки. У меня обувь, а нет. Есть кроссовки стоят. Ой, Господи, послал Бог коллег. Ну я такого ничего не видела. А вот эти, кстати, хвои напоминают это Италию. Тут разные. Но в Италии еще чуть вот более похоже вот на вот это, на итальянскую хвою. Вот это. А это, посмотри, вот, вот. А это какая-то елка вообще непонятная. Да, как пальма, только елка пальма. Вот, но вот это больше на итальянскую похоже. Вот эти. Не, это просто их так стригут, видимо. Это обычно израильская вот эта хвоя, которая мягкая, иголочки мягкие. В принципе. Да, это точно еще 15 минут надо подождать. Был бы тут Гай. Был бы тут Гай, видел бы, как работает. Ты наметишь, чтобы он синим накрасил. Я хочу посмотреть просто, как оно совпадет, и отправить Виктору. Если оно не совпадет, это будет очень странно. Вон Макдональдс. Поехали за мороженое. А, нет, у меня же есть мороженое, точно. А я еще не кушала даже сегодня. Отойди от меня. Да. Подальше, 2 метра. А я сколько стою? Не знаю, много. Вот тут сидишь на месте, стою. Вот. На расстоянии вытянутой руки, ненарушаемое личное пространство. Кто нарушает? Это руки вытягивает. Я, короче, пошел в машину. Да не, подожди. Мне скучно. Как этот говорит, зачем ты его тогда взял? У него рабочий день. Ой, я так очень удивлена. Эта больница, не больных тут таких нету, чтобы увозили, привозили. Тут где привозят, но приемный покой. Да тут лечат только ухо, горло, нос. Это приемный покой. Тут развозят по всем отделениям. Да ну. Да. Мне кажется, нет. Ну ладно, я не знаю. Но странно, кого-то эта машина забрала. И кого-то даже не знаю кого. Был накрытый или не накрытый. В общем, ужас сюда стоять возле больнички. Не люблю больнички ни в каком виде. Может, уже приехали к себе. Смотрите, вот такой зайчик у меня получился. Вот. Такой, в общем, мне нравится. Красивый. Можно так ушки ему сгибать. Вот. Они, правда, так не стоят, как хочется. Ну, чуть-чуть можно согнуть. Вот такой зайчик получился. Вот я ему еще даже хвостик сделал. И все. Ладно. Будем отдыхать. Блин, был такой красивый. О, смотрите, какой красивый вид. Ну, Иерусалим. Мой любимый, я еще телефон выкину. Ты так ездишь, а? В общем, так, смотрите, мы уже с Мариком где только не были. Я камеру не включала просто. Все, едем домой. Наработались, устали. Завтра у нас тоже тяжелый день. Работаем. Очень красивая панорама, смотрите, какая вообще. Не могу показать, выше забор поставили. Вот, смотрите. Леса, леса. Красивые. Вот такой Израиль. Пустыня. Никто не поверит. О, вот это собор этот. Церковь. Мы проехали, да? Очень красивое место. Мне очень нравятся эти виды. На свысока смотришь, а когда ночью все это огонька, как будто с самолета смотришь на это все. Такой вид. Черные пятна. Это лес, где светится городок. Это не знаешь, этот. Да, едет. Через 200 метров. Прямо. Круговое движение. Второй съезд. Мы едем сюда только прямо.
А мы тут не ездили. Круговое движение. Второй съезд. Больница какая-то. Да? Что это? Смотри, второй съезд сюда. Прямо? Больница, да. Кажется, это... Нет. Нет. А Даса, ты говоришь? Да, Даса, это вот этот лес. Вот. А, Адаса, да, паркинг. Короче, мы едем по лесу. Нет, нам сюда направо. Нет, нам прямо надо было. Зачем? Ёб ты, посмотри, куда она показывает. Да, ну нет, это ты просто повернул. Да она показала сюда. Да, она не показывала сюда. Прямо. Сидишь. Что сидишь? Нихера не смотришь. Да я говорю, прямо ехать надо. Слушай, тут прямая дорога, ну, она показала мне направо. Она не показала, ты вот, не доехал еще. А, вот здесь направо. Вот здесь правее, да. Ну, не направо, а просто правее. И все, едешь дальше прямо. Нету никаких поворотов. Тут просто что ехать по этому дороге не очень удобно. Но зато красиво. Почему неудобно? Мне нормально. Через 800 метров.